С 1 июля в Старом Осколе подорожают коммунальные услуги. Стоимость куба холодной воды вырастет с 26 до 27 рублей 4 копеек. Цена горячей увеличится сразу на 5,5 рублей. Свет в домах с электроплитой будет стоить дороже на 12 копеек за киловатт-час. С газовой на 17 копеек. За голубое топливо платить нужно будет 6,93 рубля за куб, на 21 копейку больше. Поднялась и стоимость вывоза мусора почти на 5 рублей с человека. Графы капремонт рост тарифов не коснулся.